Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня очень длинный музыкальный вечер в этом клубе. Ну, впрочем, как обычно. И мы очень рады быть частью этого вечера. Спасибо Араеку. Ну, я почему говорю спасибо Араеку каждый раз? Потому что мы очень ленивые. И я вспоминаю о том, что нам нужно выступить в самый последний момент. И он каким-то чудодейственным способом все время находит дырки для нашего коллектива, что мы здесь сыграем. Так что спасибо Араеку. Араек — это арт-менеджер. Все хорошее, что здесь происходит, это связано с ним. И плохое тоже. А сегодня мы сыграем новое, может быть, сегодня одна новая композиция. Мы ее не репетировали, мы практически. Мы сегодня будем делать ее прямо на сцене вместе с вами, так что это будет коллективное наше с вами творчество. А вообще, наслаждайтесь вечером, получайте удовольствие всеми доступными способами. Можете кричать, хлопать, топать, делать все, что угодно. Ни в коем случае не прекращайте разговаривать, когда тишина нас это смущает. Так что, пожалуйста, будьте расслаблены в рамках приличия. Мы начнем. Thank you.
сегодня не подготовился, поэтому мы обсудим наши технические проблемы, как вы заметили, у нас особо не было саундчека. И, вы знаете, есть такой термин, я тоже, такой музыкальный термин такой, когда в мониторах слышно много высоких частот. Вы это не слышите, потому что я уверен, что у вас там идеальный звук. А у нас на сцене в мониторах я. И вот от него хочется немножко избавиться. Мне кажется, становится лучше. Я не знаю, из-за чего становится лучше. До сих пор нет названия, хотя мы ее давно уже играем, более того, собрались ее записывать и выпускать. Мы открыты для ваших предложений, если вдруг у вас появляется какие-то идеи, кого-то как ее можно назвать, мы будем счастливы, если вы нам поможете. А так, вот композиция, мы переходим к следующей части.
Thank you.
Лето Афимов. Антон Хабибулин. Сергей Геев. И Антон Хабибулин. И у нас премьера кепки. Да? Да. Зая, Александр Кульков. Александр Кульков. У вас все хорошо? Да? Это хорошо. Ну, я не просто так спрашиваю. Я спрашиваю для того, чтобы вы нас тепло приняли в данный момент, потому что мы сейчас для вас сыграем совсем новое. Как я уже вам обещал и говорил, мы это не репетировали. Ребята знают только начало, а дальше будет происходить действие. Итак, поддержите нас, искупайте нас в облаке. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, премьера. Честно. Спасибо, пожалуйста. Честно для вас спою. Thank you.
Как у вас дела? Отлично. Мы сейчас для вас сыграли, ну, наверняка вы знаете, да, эту композицию? Да? Называется он «Church in Malta». Kanye West, кто-то еще очень большое количество крутых людей написал, спродюсировал. И а там был там клип просто неимоверный, очень крутой. Он был снят, по-моему, в 2012 году. Если кто его не видел, то посмотрите. А если кто его видел, то посмотрите еще раз, потому что у меня такое ощущение, что люди, которые видят будущее, они среди нас. А сейчас мы для вас сыграем композицию, которая называется «Невысказанная». И посвящена она всему тому, чего мы не высказываем. Из лучших соображений, наверное, или из худших. Держим в себе, да? Например, вот так. Я всегда рассказываю эту историю. Мне очень нравится вот этот зал. Я всех вижу, все клевые, классные, все улыбаются. Вот, но столики друг с другом не знакомятся вообще никак, да? Все своими компашками приходят и потом вместе встают и уходят. Я все жду, когда кто-нибудь начнет знакомиться с кем-нибудь, общаться. Нет, нифига. Ну вот песня посвящена вот этому невысказанному. И написал ее Сергей Гелев. Thank you.
부분 Ну что, друзья, мы заканчиваем. Мы сейчас для вас. Ну, конечно же, еще. Ну, конечно же, мы для вас сыграем еще одну композицию. Следующая композиция называется Александр Кульков, барабаны. Александр Кульков, барабаны. Сергей Гейр, бас-гитара. Сергей Гейр, бас-гитара. Лев Трофимов. Лев Трофимов. Я же говорил. Антон Кобегун. И сейчас мы сыграем очередную композицию, которая у нас без названия. Она у нас идет по кодовым названиям. Мы не помним, какая там аранжировка. И сейчас мы ее сыграем.
вас, Дима.